По прибытии в Костанайскую область Мейрам Кажикен возложил цветы к памятнику великого просветителя Ахмета Байтурсынова. Позже он отправился в областной историко-краеведческий музей и ознакомился с ценными артефактами, а также представил основные части своей предвыборной программы. Далее Мейрам Кажикен встретился со студентами местного университета. Студенты смогли задать волнующие их вопросы. Кроме того, они высказали свои мнения и предложения по предвыборной программе. Последняя обстановка кандидата в регионе – ознакомление с работой регионального штаба. К слову, в агитационной работе участвуют и волонтеры. Мы начали двигаться, ну, это подготовительный период, но агитационная часть у нас началась именно 21 числа. Мы вывесили все баннеры сначала по городу Кустанай, охватили 5 городов нашей области. Это Джитагара, Лисаковка, Рудный, Тобыл и сам Кустанай. И есть с нами еще также работают волонтеры,